21 час прошел, ребята. Я записываю это все в... Так, сейчас. Воскресенье. Так, фокусируйся. 8:05 утра. Есть небольшая вероятность, то, что завтра у меня будут кое-какие дела, поэтому я записываю этот ролик на завтра. Сегодня выйдет перестроечка с свободными агентами, часть номер 2. А вот завтра Майк Хелл. Ребят, я хочу напомнить вам, что если вы хотите уже завтра Майка Хелла, то есть для вас это уже во вторник. Если хотите во вторник Майка Хелла, то 6 тысяч человек. Все прям по-честному. Набирайте, выпускаю. Ну, я считаю, это правильно. 101 подписчик, ровненько. Если мы каждый день будем идти по соточке, ребят, то, как я вчера сказал, а для вас это позавчера, мы сделаем 462 тысячи до конца этой недели. Ребят, подпишитесь. Честно, вот у меня уже, вроде, настроение записать, сделать полноценную карьеру тренера. Прям полноценную. Прям вот, давайте так, добиваем 462 тысячи на этой неделе. Может быть, уже прям вот к 463 пойдем с карьеры тренера с полноценной на серии 10-15, вот так примерно. Подпишитесь. Ребят, ну а мы начинаем. Я звук не настроил. Я завтра есть кое-какие дела. Есть вероятность то, что я не успеваю сделать ролик. Этот ролик у меня идет, получается, на понедельник. Не мог не выпустить видео, ребят, когда вижу такую поддержку. Изо всех сил стараюсь. Вот, ребята, поддержите меня. Норвич. У нас сейчас Норвич. В Лиге Чемпионов, напоминаю, что мы прошли. Сегодня мы сыграем с Реалом. Сегодня, ребят, игра с Реалом. Два товарищеских матча с Канадой и с Австралией. Да, это Австрия. С Австралией, с Австрией мы играть не будем. Вот, ух ты ж, ёшки-матрёшки, Норвич, потом Юнайтед, потом Реал Мадрид, Юнайтед, чемпионский матч, ребята, Юнайтед это чемпионский матч, Сити 10, Вест Хэм 9, чтобы вы понимали, ребят, Ньюкасл, Вест Хэм, Сити, это троица того сезона, Сити чемпион, Вест Хэм серебряный призер, мы бронзовый, так, у нас 16 очков, да Юнайтед как раз 10, если выиграем 7 очков, честно сыграл в запасе, побеждаем, догоняем Тоттенхэм, может быть мне для начала сегодня взять и поменять ему бутсы. Хочется, ребят, какой-то кислоты. Да, вот так, ребята, и мы никогда тейпы не наклеивали. Где они? Давайте, ребят, еще тейпы намутим. Во, ребят, и по причесочке. Ну вот это текстуристая. Ну давайте, ребят, пока вот с ней побудем. Ничего так, ничего. Меня устраивает, ребят, поменяли бутсы, поменяли прическу. Все, выходим. Не теряем время. Не теряем время, ребят, потому что у нас сегодня важнейшие матчи. Ну, это, ребят, обновленный Майк Хелл. В принципе, мне кажется, неплохо выглядит, ребят. Ну уже следовало, ребят, что-то поменять. Так, подачка, что штрафную. Хорошо, Хелл. Причесочка новая, ребят, но скидывать он умеет. Главный, блин, я прошу игру, не делай приколов с травмами. Кстати, такое ощущение, что он бежать стал быстрее с этой прической. Хелл. Блин, ну в моей голове это было намного круче. А, да, наши, кстати, а что не дали продолжить? В смысле, мне штрафную, кстати. Ух ты. Майк, Майк, прошу всех подключиться. Вытащил. Вообще, Манчестер Юнайтед мы обыгрывали уже, ребят, в кубке. А, не, не обыгрывали. Мы могли их обыграть, пропустили на 90 минуте, они нас выбили из кубка. Удар, Хелл. Да что ж он тащит все? Сегодня бью же неплохо вроде. У них ноль атак, вот первый подход. Не удивлюсь, если забьют. Если бы не Мюллер, ребят, это был бы гол. Хорошо, продолжает Норвич давить. И они забивают. 1-0, ребят, мы проиграли. Я не знаю, как это объяснить. О, кстати, Арсенал выигрывает у Юнайтед. Боже, нам Арсенал дарит, ребят, шансы еще. Ну нельзя сейчас нам проигрывать, нельзя. Налево. Майк. Так, скорость прекрасна. В дальний. Перебегал. Бастос переезд. Куда-то собирается переезжать. Мюллер, спасибо. Вернул. Забегайте. Не было офсайда. Не забиваю. Хелл. Пенальти. Четко в 9 левую. Я не понимаю. Я бью вправо, они тащат. Влево они тащат. Майк. Мячом на центр. Еще есть 15 минут. Хороший перехват. У них паника. Майк. Ой-ой-ой. 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 Не забили. Ничья.
факт, мы снова все упускаем. Нам Арсенал даже даришь. О, кстати, что это мы в запасе? Подожди, тренировка будет. Я попадаю в состав на матч с Манчестер Юнайтед. Ноттингем Форест себе даже выше. Да, Юнайтед, ребята, сейчас 9 очков. Выиграем, будет 6. Выходим, чтобы сегодня не сдерживали вот это партнером. Охренеть. И не было офсайда, верно? Верно, гол. Карим Адееми. Так, тут слева свободно. Слева свободно. Пас. В своего попал. Это даже углового не будет. Это там в руку своему попал. Ё-моё. Спокойно. Что ж не летит-то, я не понимаю. Прицеливаюсь вроде туда, бью вроде туда, точно. Юнайтед на первом месте, 26 очков. Сейчас выиграют, плюс 3 будет от Челси, плюс 3 будет от Астон Виллы. Они намерены выиграть, ребята. Снова давление дикое. У меня это частенько проходило. Так, прессингуйте. Мюллер, спасибо. Мы толком еще ничего не сделали в этом матче. Хикей. Мы тебя покупали, чтобы ты играл надежно. 2-0. Владение 37, Юнайтед, толку, ребята. Что, ну, толку какой, если они 2 забили. И, походу, забивают третий. Ничего поделать не могу. Ничего поделать, ребят, с этим Юнайтед не могу. Нам, ребят, нужно срочное усиление зимой. Кстати, это шанс. Подарить команде шанс на второй тайм. 43-я минута. Ньюкасл, не сыпься. Хорошо, обыграл-то на ли... Так, а подождите, а Хелл-то волшебную палочку свою достал и показал, что еще не все ясно. 3-2. Нахрена, блин. Стойте. Шанс. Есть, блин, Хелл, какие-то чудеса творит. Хет-трик, блин, ребят, мщу. Там тут еще играть Хелл. Хелл. 4-4. Хорошо. Ай! Надо было как-нибудь еще попытаться что-то сделать. Наш... Нет, повнимательнее, выбор. Повнимательнее. Хорошо. Спасибо, Мюллер, спас. Верни. Хорошо, Хелл. Как же его опекают! Тонали, я тебе в зону пульну. Иди дальше, не бей сразу. 4-4. Покер Хелл, ребят, Гарначо, Адееми, Икбаль, ребята. Мы точно выходим. Ну, просто решается битва за первую строчку, ребят, сейчас. Едем на Бернабеу, кстати. Выходим. Я честно, ладно, мне Хики прикалывает. Неплохой защитник, ребят. Но мы потеряли. Мы потеряли Мерлина. Мерлин, ребят, который бежал просто великолепно. Забегал просто великолепно. Сколько пасов он отдал, ребят, на вот этого нападающего. Просто великолепное количество. Нам его очень не хватает. Либо вот такой ряд футболиста. Это зубастик же, правильно? Вот зубастика, ребят, еще бы нам. Какого-нибудь. В пару к Хеллу. Я даже готов буду вингером стать. Кстати! А это идея! У нас же есть Сима! Блин, мы пропускаем! У нас же есть Сима! И мы можем переучиться в левого вингера. И тогда Сима будет нападающим, а Хелл будет вингером. Как вы насчет того, чтобы Хелл поменять... Либо на один выпуск попробовать поменять ему позицию. Хелл. Вытащил. Да, ребят, точно. Следующий выпуск, ребят, меняю позицию Хеллу. На один выпуск он станет левым вингером. Я же могу поменять, по-моему. Хелл. Хорошо, сравняли. Так, подожди, Реал, спокойнее. Нет, это команда, которая не прощает ошибки, ребят, бланку забивает. Насчет Хелла Вингера, потому что, ну, ребят, Кастер Монс, это такой себе чувак. Кстати, пас отдал хороший сразу. Испугался, видимо. Блин, если лупит, то только по девяткам, ребята. 3-2. Так. Отлично. Примеряю, ребят, на себя роль Вингера. Хелл. Тихо. Есть. Третий. Есть. Хорошо, Хелл. Хорошо. Мы должны, ребят, сегодня выиграть. Четвертый. Там открывается. Пустые.
Вот так вот, 4-4. Ребят, сегодня такой у нас мирный выпуск. 10 место, ребят, у нас 18 очков. До идущего на первом Юнайтеде, ребят, 9 очков. Нападающий, левый. Давайте на один выпуск попробуем вот так. Мне очень интересно, что у нас получится вот так вот. Кто у нас будет играть в ФРВ? Потому что Кастер Монс — это вообще ужас. 6 тысяч лайков продолжение за Майка Хелл завтра. Пока что он вингер. Пока.